Но по карте не принимают, решили на 50 рублей попробовать. Нет, ну он то берет, то не берет. Попробуем. Может, уже играли, сейчас уже вечер. Ну, чуть-чуть как-то подернул. Только чтоб не съехал. Хватай так, чтобы не съехал, Сэм. Хватай так, чтобы ты поднимал. Нет, хотя бы поднимал, надо, чтобы вез. Ну, если ты наведешь, то, конечно, поднимет. О, ой, хорошо было. Есть, сильная была, и он кинул. Блин, так классно. Вообще классно, развязывай. И я его давно хотела. Он у нас тут лежит. Сейчас его развяжем, связанный. Еще цыпочку. Ай, цыпа. Но он как-то его вез и уже... Нет, шарик не надо, сынок. Там все мешает шарику. Да. Развяжи его, дочь. Понимаешь? Он уже падал, но он его тянул. Ой-ой-ой. Это очень плохо. Очень плохо, что так вываливается. Тут надо только за голову. Опять вываливается. Но он даже не поднял. Цыпа, давай, развязывай. Покажи, пожалуйста, а то я снимаю пустоту. Ага. Ладно, я пока поснимаю игрушки. Крокодил остался, цыпа. Ну, цыпу сложно ловить. И большой медведь. Да, гусь. И вот тут вот новиночка. Кто вот это вот с антенкой? Из какого мультфильма, да. Не знаю. Новинка появилась. А еще Патрик. Что там? Сильно завязано, да? Да, на узелке. Ну, ждем. И вот такой большой медведь. Ну, он там, конечно... Да? Другой немножко? Все, почти развязали, но у меня что-то мутно камера. Давай. Все, вот он. Длинный бегемотик. Бегемот должен.